Боже, милостив будь мне грешен. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешен, помилуй. Достойно я всякого истину блажить тебе, Богородицу Пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейший Херувим и славнейшего истину Серафим, без исцеления Бога Слова, рожишую и сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради причистой Твоей Матери, силы честного животворящего Христа, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благ еси, и человека люби, аминь. Боже, милостив будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же благое сотвори их пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет у меня воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойные, восхвалю имя Твое, Святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети или немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блажь, ангельскую песнь вопием Ти сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвиг меси, Господи, ум мой просвети и сердце, усне мое отверзи. Воеже петите, Святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и ко его же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, кому я ради Твоей благости и долготерпения не прогневался на меня ленивого и грешного, не погубил меня с беззакониями моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащего воздвигл мне еси, воеже утренники словословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь со словесем Твоим,
и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и петите во исповедание сердечным, и воспевайте Всесвятое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Цареве и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 58. Так. Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня, избавь меня от делающих беззаконие, спаси от кровожадных. Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей сбегаются и вооружаются, подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо, думают они, кто слышит? Но Ты, Господи, посмеешься над ними, Ты пострамишь все народы. Сила у них, но я к Тебе прибегаю, ибо Бог – заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня, Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею, и не зложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познать, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою, и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня». Когда «Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам, Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждения ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумление. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои, спаси десницу Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем, восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассе, Ефрем крепость главы моей, Иуда скипетр мой, Моав умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой. Восклицай мне, земля филистимская». Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас? И не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он не зложит врагов наших. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе, в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую. Ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. Да живу я вечно в жилище Твоем, и покоюсь под кровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои, и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род, да пребудет он вечно пред Богом. Заповедую милости
и истине охранять его. И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, и Господь Иисус Христос по своей многой любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею. Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей, многие в щедротах и неизреченные в милости. Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты, Бог мой, Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной. И да не похитит меня сатана и не похвалится, слово, что отторг меня от Твоих рук и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос, мой Спаситель, поспеши скорее». Скорее, погиб я, ибо Ты, Бог мой, чревоматери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтоб снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, и веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами, отгони от меня, смиренного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я у Бога несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа, Спаса, Избавителя душам нашим.
Непобедимая божественная сила честного же, утворящего Христа Господня, не оставь меня грешного, уповающего на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивные дары, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Архангела, Диамида, Тихона, Антония, священной Реакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима за Симуалипи, Андрея, Владимира, Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, и весь священнический, иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, если угодно тебе, смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. Научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Аллилуйя! Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас от всякого зла. Сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы потопления. И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа. И пришли добрых жителей с детьми, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексеевну. Расширь пределы общины, найди новые души, побуди всех на благовестие. Спаси и сохрани Дмитрия, Марину, чада их, Валентину, Алексея, Валентину, Надежду, Дмитрия, Олега, Алексея, Александра, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Аллилуйя! Спаси и помилуй надеющихся на Тебя, вопиющих Тебе, возложивших на Тебя все упование Твое. Коснись сердца врагов наших, примири их, а разруши их дикие замыслы против нас и закрой лживые уста их. Наставь на путь истины Виктора, Сергея, Алексея, ты всех их знаешь, Господи, и в судный день не помяни их безумие, дабы не погибли они навеки во лжи своей. Благослови благодетелей наших, заботящихся о нас, Елену, Евгения, Наталью, Максима, Владимира. Посети болящих, укрепи их, даруй исцеление. Дай им силы все перенести. Сергея, Алексея, Александра, Анну, Марию. Калерию, Акелину, Валентину, Мионел, Тамару. Облегчи их страдания, Господи. Благодарю Тебя за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все свое время окажется на пользу. Путешествующих Раису, Льва, отступников Николая, Михаила, ты всех их знаешь, найди, обрати и наставь. И нас, предстоящих пред тобою, благослови всех здесь и далеко отстоящих. Аллилуйя!
Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Аллилуйя! Упокой, Господи, в обителях небесных, усопших отец и братьей наших, и же с верой, надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедшую от жизни сей, родителей, сродников, всех православных христиан. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное, душам нашим полезное, сотвори и сотвори им вечную память, вечный покой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими и сохрани, Господи, наше сокровище книги здесь и в пути. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне, грешным, столько лет ты хранил меня, ангел, благодарю тебя. Не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего, аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому даруй жилье. Гавриилу и Сергею дай жилье. И нас помилуй милости Твоей ради. Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы не страшиться царей начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Космай, Дамиан Андрей, Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон,
40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину даруй веру, истреби из них недобрый характер, устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Прем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысел еретиков развей и в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара Екатерина, Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, и исправь непокоривость Галины, семейства ее Евгении, Надежды Светланы, Марии Раисовой, Раисы Марины, Юлии, Елены, Людмилы, Галину и Иоанна. И прими нашу молитву, и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи всемогущий, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешно. Будь милостив ко мне грешному. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, во дне и в ночи. Прости и помилуй, омой в крови Твоей пречистой. Благодарю Тебя, Господи, за Голгофскую жертву святыни, за кровь Твою, пролитую на Голгофском кресте, за святое избрание, за Дух Святой, за долготерпение и милосердие. Хвала Тебе, наш Иисус! Боже, будь милостив ко мне грешному, прости мои согрешения и помилуй. Аллилуйя! Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и сребролюбия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви дар мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, еже не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков.
Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас я немного прочитаю о посте. Это вначале надо было, но сегодня получилось так, немножко не подготовлено было, заторопился. О посте, это нам необходимо знать. Вот так, сейчас мы посмотрим, что у нас, на чем остановились. Это все взято из материала «К истинному православию», книга моя. Я на нем материал собирал 40 лет. Это очень-очень капитальный труд. Часто ленивые и неверующие прихожане выпрашивают у батюшки разрешение на нарушение поста, ссылаясь на гастриты, язвы, рецепты врача. И неверующие священники часто без страха Божия позволяют во время поста есть рыбу, молочную, совершенно не имея права на такое разрешение. Ибо каноны церковные под страхом сурового наказания запретили нарушать пост. Внимательно слушайте. А то некоторые говорят, ну я первую неделю из 7 недель, а потом последнюю попощусь. Да и тот с 5 на 10. Феофан Затворник говорит, а зачем же ты называешься православным, так когда нарушаешь? Православие тем отличается от других. Вот отделились, говорят, а кто, католики от православных или православные от католиков? Ну, в этом были те и другие виновны. Но отделились-то. Понятно, кто стал нарушать то, что установлено было. Подписи стоят. Не нарушать Никеос, ореградский символ. Кто нарушил-то? Кто добавлять начал? Ну, католики. Ну, теперь и решай. То стоит монолитно. Посты были? Ну, да. Ну, есть вот пост, сейчас я буду читать, апостольские. Апостольские правила. Другие посты пришли позже. Ну, в апостольский входит это Великий пост, Четыредесятница называется, и Среда и Пятница. А вот Рождественский, Петров, Успенский, эти пришли позже, иногда на целые века. Это у профессора Скобалиновича, это профессора Киевской академии, дореволюционной еще, там подробно описывается, какая молитва, в каком веке стала употребляться. И вот здесь говорится... Кавычки открыты. Если не постится епископ, священник, диакон, ну кто в клире, чтец, певец, кроме препятствий от немощи телесной, да будет извержен. Ну, слово извержен понятно. Какая бы ни была высота, даже со стула упасть и тебя ударит, можешь кости поломать. Если мирянин, да будет отлучен. То есть в коридоре стоять, уже в притворе, даже не в храме. Апостольское правило 69-го. И это считаемое у Петра Александрийского 15-е правило. Но как, говорит, а другим же кому-то ну, разрешается, чтобы не поститься. Ну, что значит не поститься? Но сегодня у нас среда, 5-я неделя поста. Ну, во время поста-то великого не разрешается растительное масло. Не разрешается. Суббота, воскресенье разрешается. Это уже назначает не один человек. Это на соборе установлено. А католики отменили посты, их нету. Я долго добивался, тут ксенс был. И я все спрашиваю, ну какие у вас посты остались? Наконец узнаю, один день. А у православных 2/3. Вот из каждых 3 дней в году 2 дня постятся православные. Конечно, если они православные, а не по названию. Дальше читаем. Больным пальцы загибай. Больной ты, нет? Вот как больной? Ну, надо думать, как вот соборовать, когда позовите пресвитеров и помолятся над ним. И начинают, то присмотришь, стоят совершенно здоровые люди. На работу ехал, заехал, стоит собор. А зачем? На всякий случай. Тут написано «призовет». Это что означает? Что? Потому что не может он идти в храм. Вызов скорой помощи на дом. И далее над ним, ну над ним, ну вот я показываю ладонь, над книгой, вот над дневником, над, сверху. То есть они над ним склоняются, он под ними лежит, недвижимый на кровати там на чем, на раскладушке. И помолятся над ним, помазав елеем. Вот ведь как, кто может соборовать. Так и здесь, больным. Вот я смотрю, и у нас старшая сестра записывает, когда перед богослужением, кто больные это. Я гляжу, она меня записала.
Я подошел, а почему ты меня записала? Так а вы вот прошлую неделю болели. Я не говорил, что я болела. Да, маленько не за ней мог, но это не болезнь. Ну, простыл, не досмотрел за собой. Да еще сижу дома в избе, и организм ослабленный. Вычеркни меня. Батюшка соборует у нас. Идет мимо меня, а я стою в коридоре. Помазать тебя? А тут же епископ и птихий. Не надо. Меня мажет нас врач краевой больницы, Виктор Андреевич Яковлев. Я говорю, вот когда надо, он меня помажет. Когда на операцию надо, я не болею. А то какая же это болезнь-то? Итак, больным, дальше старым. Это разрешается, растительное масло будет. Старым, а я не старый, мне 77 лет только вот будет, всего только. Было бы 107, и то это еще не очень старый. Я не старый. Тоже я сюда не попадаю. Дальше, очень и очень малым детям. Ну, я из этого вырос. Разрешается нарушение поста, то есть послабление его в виде разрешения вкушать только елей, в скобках растительное масло, правила Тимофея 9 и 10 из книги правил. Вот и все. Я не подхожу ни под один здесь пункт. Ни больной, ни старый, ну и ни малое дитё. Я стою в храме Покровском, собор был тогда еще до революции, до перестроечное время. И стоит уполномоченный по религиозным культам. Это назначались, как правило, генералы КГБ туда, которые вот это, идут на пенсию. Умные люди такие. И он-то главный душитель и гонитель стоит в храме. Нет-нет, маленько что-то рукой помашет. Вроде бы как. Седишев Александр Петрович. Я не побоюсь его называть. Ну, когда кончилось, я потихоньку... Хоть в церкви нельзя разговаривать, но по-другому никак. Я потихоньку спросил, а вы поститесь? Ну, конечно. Ну, а молочные не едите? Ну, я у настоятеля был, он мне разрешил курочку. А то он постится, курочку. Ему день и ночь надо плакать, молиться. Сколько храмов он закрыл, сколько людей не дал причастить больные, которые лежали в домах инвалидов. Я к ним, наши ходили к нему, он не допускал. А теперь курочкой. Еще петушок кукарекать будет. Симеон Столпник, 1 сентября. Не подобает постом убивать, это грех. То есть некоторые, не спрашиваясь, начинают, я вторую неделю не пью и не ем. Но организм твой может не выдержать, ты повредишь себе постом. Надо благословиться. Вот пост начинается, и бабушки потянулись, ну другие не спрашивают, не постятся. Постятся очень мало людей православных, что по канонам. Очень-очень мало. И тянутся к священникам, чтобы узаконить беззаконие. Батюшка, я не могу. Ничего, сестра, главное, вы друг друга не кусайте. А то живем, съедайте, он прочитал это. А боитесь тут что-то. Это все лицемерие, фарисейство. То есть, ясно дело, он стоит. У него 70 кг лишнего веса у попа, у самого. Ужас смотреть. Ясно дело, что ему о посте говорить нельзя. Запрещено. Как говорится, чревами мешает. Уточняют себя без страха. Вот как Иуда, апостол, говорит. Потекли, смотришь, все нарушают. А вот у нас, я скажу, ну что у нас? Ни одна бабушка не подходит. Почему? Священник заранее объявляет. Я не имею права, у меня нет права давать вам нарушать пост. А это все знают. Ну, новые люди, которые появляются, они этого не знают. Так что совсем у вас это нельзя? Нет, нельзя. Но ты, если ты больная, батюшке расскажи, тогда он разрешит растительное масло. И если по уставу положено немного вина, если больной желудок, только от больного желудка. А у нас наоборот, от лишней выпивки живот-то болеет-то. Дальше, кавычки открываются. Уведали мы также, что в армянской стране и в иных местах в субботы и воскресные дни святой Четыридесятницы едят некоторые сыр и яйца. Того ради за благо признано сие, чтобы Церковь Божия во всей Вселенной, следуя единому чину, совершала пост и воздерживалась как от всего заколаемого, так же и от яиц и сыра, которые суть, плод и произведение того, от чего воздерживаемся». Если же сего не будет соблюдать, то клирики да будут извержены, а миряне да будут отлучены. Шестой Вселенский собор, правило 56. Типикон, глава 32.
Ладикийский собор 50-е в Малом Требнике, но Маканон, правило 85-е. Эти правила священники не знают, я спрашиваю, епископы не знают. Это как же далеко там ушли. А вот старообрядцы, они знают, беспоповцы. Они даже и священства-то не имеют, а знают, потому что наставники хотя бы это знают. А тут даже этого, академию заканчивают, а семинарии. Я думал, зачем же они учатся? Теперь я могу сказать, для того, чтобы оправдать любое безумие, любое беззаконие. В православной церкви установлено 4 поста. Первый – Великий пост, 7 недель до Пасхи. Но необходимо знать, когда будет Пасха. Ну и по новому стилю. Вот нынче будет 16 апреля. Ее примерно в календарях на 20 лет вперед дают. А в церкви по-настоящему, Пасхалия называется, когда Пасха будет, рассчитывается всегда на 532 года. Это цикл. Через 532 года все начинается в те же числа и неизменно 532 года. А почему? Цикл Луны и Солнца умножается одно на другое, кажется, 28 на 19. Перед самым Великим постом сырная неделя, масленица сплошная. То есть и в среду, и в пятницу разрешено есть все, кроме мясного, как и во все дни этой недели. На этой неделе в субботу, родительская суббота, мясо пустное. Перед этой неделей сплошная неделя перед масленицей. Неделя называется Мытаря и Фарисея, разрешено вкушать и мясо. Долго ожидали люди пришествия в мир Спасителя. Их вздохи и стенания нигде так сильно не высказано, а падшее состояние духа человеческого не оплакано такими горькими слезами, как в Триоде постной. Эта книга, по которой священники служат, проникновенно побуждающая к покаянию и сокрушенной молитве, чтобы с чистым сердцем встретить светлый праздник праздников Христового Воскресения. Ни у одного сектанта никогда такой радостной Пасхи не будет. Потому что все-таки мы во плоти, через живой желудок, и постится человек, и сразу пища меняется. Надо только потихоньку, надо сразу желудок не расстроить, а то на молочное-то накинуться и неладно будет. Великий пост установлен в честь 40-дневного поста Иисуса Христа вскоре после своего крещения, удалившегося в пустыню и постившегося там. Евангелие от Матфея 4:2. Упоминание о 4 десятнице. О Великом посте часто встречается в древних письменных памятниках. Правила святых апостолов, составленные по источникам, относящиеся к 2-3 векам, 69-е правило, а иные относят его к 1 веку. Об этом говорит Игнатий Богоносец, 1 век. Игнатий Богоносец – это тот маленький ребенок, которого Христос брал на руки и говорил, таковых есть Царствие Божие. Виктор, епископ римский, 2 век. Дионисий Ареопагит, Ориген, 3 век. Иероним и Кирилл Александрийский, Василий Великий и Григорий Ниский, 4 век. Ипполит Римский, 3 веке. Это век считается, в каком веке он умер. И они говорят о Великом посте. Древние христиане соблюдали пост Четыридесятницы с особой строгостью, воздерживаясь даже от вкушения воды до 9 часа, по-нашему до 3 часа дня. Хлеба и овощи ели. Устав большой называется. По нему жила вся Русь. Глава 32, лист 74. Говорит об особой строгости поста в первую неделю и в последнюю. Как? Понедельник и вторник. Не есть и не пить. В среду однажды сухоедение без вареного. В четверг не есть и не пить. В пятницу единожды. Если же кто слаб и не может поститься 2 дней, то во вторник и в четверг ест хлеб с водой. Нарушающий пост отлучается от причастия на 2 года. Хорошо запомнить это надо. Отлучается на 2 года. То есть в церкви-то причащаться некому будет. Где написано? Настольная книга священнослужителя Московской патриархии, выпущенная еще при советской власти. Номер... Страница 535, том 1. Выпустили? Она есть, эта книга сегодня. В Великом посту растительное масло и вино разрешается только в субботу и воскресенье, а рыба же только в вербное воскресенье, за неделю до Пасхи. И на Благовещение 7 апреля, если оно не на Страстной неделе, не на последней.
Вот это надо смотреть. Но нынче оно не на Страстной. А если же Благовещение до пятницы, на Страстной неделе, до пятницы, разрешено только растительное масло. А если раньше там где, то разрешается рыба. Если же случится в пятницу и в субботу, тогда в пище нет послабления ради Христовых страданий. Строгость поста различна. Первое. Настоящий пост. Не есть и не пить. Ни одной семечки в рот не возьми. Разрешено второй пост, уже слабее, разрешено однажды в день сухоедение. Это не значит, что не запивать водой, это можно запить. Третье, разрешено елей вино. Четвертое, разрешение на рыбу. Но если на рыбу, то значит и на все, что впереди сказано. Далее, Великую Пятницу и в субботу перед Пасхой, если можешь, не вкушай весь день. Это Великая Пятница перед Пасхой. Второй пост по продолжительности. Рождественский или Филиппов. Начало с 28 ноября. Здесь и далее все даты даны по новому стилю. И по 6 января включительно. Уже в 4-5 веках церковная практика знает все 4 поста. В 5 веке уже. Так вот, я работал с церковно-славянскими книгами, и вот это перевел на современный русский язык, и по этому уставу Великий пост и остальные посты соблюдались как на Руси. Грамоты-то никакой почти не было, а это точно все знали. Так что вот этот материал не сразу найдет человек. Повели великий этот устав. С 12 века постной пищей стала считаться рыба, хотя древние христиане постились намного строже. Всякая радость считалась нарушением поста, и даже церковное лобзание мира, целование, по словам Тертуллиана, 2-3 век, считалось с постом несовместимым. Во все среды и пятницы в течение года пост строгий, как и Великий пост, но в отдельные среды и пятницы разрешено есть рыбу или только елей, масло, что ниже будет подробно указано по каждому дню. Тут уже никак нельзя, по отдельным дням. Сплошные седмицы, это, то есть, во все дни одинаково все может, это пасхальная, следующая за Пятидесятницей, вторая это неделя, первая это пасхальная, а вторая 50 Троица, если за ней идет, за Днем Троицыным. Святки от Рождества Христова до Крещения, кроме Богоявленского Сочельника. Седмицы Мытаря и Фарисея и Сырная Масленица, я говорил об этом перед самым постом великим. И далее. Хорошо, сегодня уже многовато. Я гляжу, кто-то отходит. Так, Рождественский пост. И мы это оставим до завтрашнего дня. Сейчас я переменю. И немножко еще что-то скажу. Сейчас меня это убрать надо. Чтобы не потерять о посте. Так, минуточку. Чтобы завтра можно было найти, где это сказано. Вот и все. Закрою. Так, мы сейчас будем насчитывать события дня вчерашнего. Это у нас часовые ролики. И поэтому я сейчас вас отключу. И как только начнем записывать, я снова подключу вас. И кто здесь будет, он и останется. Я буду спрашивать даже, остался кто или нет. Так.